течения меняются каждые несколько часов. Штормы приносят 20-футовые волны. Это сложное испытание в спорте. Молодая женщина в море. От Руди Эдли, первой женщине, переплывшей Ла-Манш. Готова, которую забыла история. Она изменила женский спорт навсегда. Важно это рассказать. Мэг и Труди присоединятся к команде по плаванию. Команда по плаванию для девочек. Такого нет. Трудности, с которыми она столкнулась, были испытаниями женщины того времени. Одна девушка выигрывает. Труди. Она отказалась оставаться в рамках. Я смотрю на других девушек. Не знаю, как быть, как они. Прикладывает усилия и выигрывает все. Ваша дочь Труди установила рекорд на 200 метров. Какой рекорд? Ну, в конце концов, она понимает, что это значит больше, чем она могла представить. Ее решимость была великолепна. Продолжай. Это невероятная решимость и амбиции. Фильм говорит, что нет ничего невозможного. Это история предельного аутсайдера. Ее героизм поражает. В основном это радостный фильм, несмотря на трудности. Горжусь, что являюсь частью этой истории. Труди, тебе не надо этого делать. Не знаю, кажется, хороший день для купания.